почему? Ты почему? Зачем кричать? Ой, как вы меня напугали. Напугали? Зачем напугали? Я не страшный. Нет, вы страшны, если неожиданно. Извините, конечно. Зачем бояться? Зверь надо бояться. Человек не надо бояться. Я уже не боюсь. Помогите мне, пожалуйста. А? Помогите. А? Подержите мне ее. А? Ага, вот так. Ну вот, большое вам спасибо. Я вас разбудила? Разбудила. А как же вы здесь спали? Холодно же, да и жестко, наверное. Постучались бы. Зачем стучать? Зимой надо стучать. Летом не надо. Афанасья знаешь? Афанасья? А вы к нему? К нему. А он сейчас придет. Сюда! Сюда. Должен прийти. Он здесь работает, чайную ремонтирует. Вы лучше к нему сходите. Вон. Вон их дом. Два окна. Знаете? Сейчас придет. Здесь подожду. Как хотите. Да вы садитесь, что здесь стоять. Присаживайтесь. Ну вот. Денек сегодня будет прекрасный опять. Послушай, почему мне так не везет, а? Ты помнишь, в мае здесь стояла прекрасная погода? Ну так вот, я ухожу в отпуск, начинается дождь. Еду в город, идет дождь. Приезжаю к тетке, ну думаю, хоть там позагораю. Заявляюсь, снова дождь. А за день до этого было солнце. Возвращаюсь сюда, выхожу на работу, и вот, пожалуйста, прекрасные деньки. Ужас какой. Послушай, ты ждал меня хоть немного или совсем не ждал? Да ладно, ладно, ты можешь не отвечать. Это ведь я так спрашиваю, просто от нечего делать. Да, а денек будет чудесный. Идем на танцы сегодня вечером, а? Я знаю, что ты скажешь. Ты сейчас скажешь, что это безумие, и что для танцев ты уже устарел. Ну вот, молчишь. Значит, я права. Заварить тебе чаю? Чаю, говорю, тебе заварить? Неужели уснул? Успел уже. Ну да ладно, спи. Спать это единственное, что тебе еще не надоело. Ну и спи себе. Что это такое? Ты что здесь делаешь, а? Спал, что ли? Отдыхал. Маленько. Отдыхал. Ну и как ты отдохнул? Хорошо, отдохнул. Так. Ну, а кто тебе разрешил, а? Хорошо. Да я вопрос задаю. Кто тебе разрешил здесь спать? Работникам общепита. Доброе утро. Ну и как оно? Как дела? Как настроение? Спасибо, хорошо. А впечатления производите положительные. Неужели? Определенно, определенно. Вы, Иннокентий Степанович, я гляжу, сегодня в хорошем настроении. А где же буфетчица? Еще не пришла. Опять она задерживается, да? Не волнуйтесь, сейчас она придет. Садитесь, обождите минуточку. Садись. Так. А ведь ты мне так и не ответил. Кто тебе разрешил здесь спать? А? Гостиница тут, что ли? Ночью пришел.
Из тайги пришел. Да, так видать, что с тайги. Тайги. А зачем? По какому поводу? По делу пришел. По делу, говоришь. Ой, знаем мы ваши дела. Налижитесь, понимаете, вот и все дела. А пришел, так иди в гостиницу на общем основании. Зачем гостиницу? Друг у меня есть. Афанасий, знаешь, будить не стал. Ах, будить не стал. Да, скажи, какой стеснительный. А вот в общественном месте валяться не стеснительный. Вот друг, понимаете ли, вот друг. Ну, опять разоряешься. Ну, куда и пройти? Че, не как Илья? Илья, Илья. Здравствуй-ка, Илья. Здравствуй. 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 Валентина. Здравствуйте. Здравствуй. Между прочим, 10:09. Ну и что? Опаздывай, Анна Васильевна, раньше вставать надо. Тебя я не спросила. Имейте в виду, дисциплина у нас для всех существует. Положение общее. Отстань. Дай с человеком-то поговорить. Смотрите, Анна Васильевна, вы ведь не в первый раз, вы систематически задерживаетесь. Мне две яичницы, простоквашу, хлеб и стакан чая. Смотрите, на вас и так сигналы поступают. Слушай, иди ты со своими сигналами. Ты мне лучше скажи, когда ты женишься. А что вы хотите им сказать? А то сказать, что давно тебе пора. Уж я жду, жду. Так, а ваше, между прочим, какое до этого дело? Да как же. Женился бы, слава богу, сюда бы перестал ходить, дома бы питался. Вот бы удружил, так удружил. Правда, жене твоей я бы не позавидовала. Вы, между прочим, забываете, Анна Васильевна. Ладно, ладно, ешь да помолчи немного. Ну, а ты, Илья, завтракать будешь? Спасибо, спасибо. Столовая слушает. А, доброе утро, доброе утро. Открылись, открылись. Ремонт? Ремонт заканчиваем, все в порядке, да. Да вот вдвоем пока управляемся, остальные в отпуске. Да до 10. Ну, когда пожелаете. Вам мы всегда рады. Доброго здоровья, доброго здоровья. Слушай, ты когда пришел-то, Илья? Ночью пришел. А спал где? А вот тут и спал, тут люди питаются, понимаете ли, а он... Чё ж ты не постучался? Забыл, где живем? Не забыл. Так чё ж ты? Разве в доме места мало? А тут у нас, видишь, наоборот, нынче тесно. На веранде пока обходимся. Ремонт у нас. Тоже безобразие. Ремонтируетесь крайне медленно. Помолчи ты, окаянный. Меню однообразное, котлеты вчерашние. Ну и как ты, Илья? Так один и живешь? Один. Один. Ой. Старый ты стал. Тяжело поди одному-то. Старый, старый. А вот и дружок твой ковыляет. Ой, идол безобразный. О, кого я вижу? Здорово, брат, здорово. Здорово, Афанасий, здорово. А я, брат, думал, тебя уж и на свете нет. О, обрадовал человека. Постарел, постарел. Но молодец, долго живешь. Долгой, долгой. Ну и правильно. Да. Нашего брата-охотника так за даром сосвет не сгонишь, что? Так или нет? Что верно, то верно. Молодец, молодец, Илья. Илья, а ты когда жену-то похоронил? Прошлым летом или позапрошлым? 2 лета прошло. С тех пор, значит, один? Один, один. О, старику-то мыслимо ли это? Да одному там неинтересно. Неинтересно, неинтересно. Анна? Анна, ну? Чё, ну? Ну,
Или не понимаешь? Да чё ну-то? Павел там проснулся? Встал твой Павел. Рожу свою бреет, нахальную. Нахальную? На свою посмотри. Он свою хотя бы бреет. Об нем сейчас говорить не будем. Ничего, сам начал. Анна, насчет Павла разговор закончен. Пусть он уматывает. Отпуск у него закончился, больше терпеть его не стану. И на этом точка. Сейчас разговор другой. Ко мне друг пришел, слышишь? Не слышу. И не желаю слышать. Ну? Че, ну? Ну? Поехал, что ли? Ну? Счастливого пути, коли поехал. Кому говорят? А? Принимай гостя. Опять скандалишь? А ты не суйся. В общественном месте, понимаете, орут, как на загоне. Правильно, я, между прочим, тебе не лошадь. Принимай гостя. А вот твой гость, ты его и принимай. Афанасий, зачем кричать? Не надо кричать. Погоди, погоди, я, Илья. Не надо. Погоди. Отпустите мне 200 грамм конфет. Вот этих вот. Вот. Ну, смотри, Анна. Ничего, ничего, обойдетесь. Я не миллионщица, растрату делать не желаю. А растрату, между прочим, никто не желает делать. А приходит ревизия и выясняется. А ты не каркай. Я не каркаю, я предупреждаю. Ну, слушай, зря, между прочим, рассиживаешься, да? Дело бы делал. Начальство вон с утра названивает. Мне этот твой ремонт вот в печенках уже сидит. Смотри, Анна. С утра сегодня выпрашиваешь? Да ни грамма сегодня не получишь. Ни капли и точка. Валентина! Я здесь. Опять ты со своим палисадником. Не надоело тебе? Иди сюда, ящики занесем. Я сейчас, тетя. Доброе утро. Здравствуйте, Федор Игнатьевич. Валентина! В обед подметешь двор. Таскаешь воды. Борова накорми, да выпусти его, не забудь. Папа, иди-ка сюда. Чего тебе? Иди помоги. Некогда мне. На секунду, то только придержать. Да просто, детством занимаешься, кому это надо? Ты лучше за Боровым присмотри, да про баню не забудь. Будешь воду таскать, смотри, чтоб куры в огород не попали. Ну, действительно, Валентина, ну твой он, что ли, палисадник-то? А главное, даром упрямишься. Ходил народ поперек и будет ходить. Ты бы ее не учила. Не твое это дело. Нравится девке чудить, пусть она чудит, пока молодая. Верно, Илья? Верный, верный. Однако добрая девушка. Вот еще тоже не палисадник, а анекдот ходячий. Стоит, понимаете, на дороге, мешает рациональному движению. Валь, скоро ты там? Иду к тете. И вообще, будут у вас тут продолжаться безобразия, я вас на весь район разрисую. Имейте это в виду. Человек ушел. Большой, однако, начальник. Да городок. Это в райздравии бухгалтером. Строгой, строгой, однако. Не говори. Седьмой секретарь. Секретарь? Прозвали так. Седьмой секретарь. Иначе его тут не величают. О. Илья, у тебя деньги есть? Деньги? Есть маленько. Слушай, не совестно тебе, а? А тебе не совестно? Илья, не вздумай ему ставить. Не твое дело. Давай, Илья, не слушай бабу. Илья, слышишь, не вздумай ему ставить. Ну, так нехорошо, так тоже нехорошо. Значит, надо маленько выпить. Все заодно алкоголики. Да на, подавись.
давай стаканы и поднеси нам по-человечески. Еще чё? И не подумаю. Сам возьмешь, ничего с тобой не сделается. Но. Я подам, тетя. Нет, у нас тут самообслуживание. Так, раз. Сиди, Илья. Сиди. Неси ее сюда. Сейчас, тороплюсь. Не дождешься, я тебе говорю. А я говорю, неси ее сюда. Подожди, завтракаем вместе. Я не против, но меня там машина должна ждать. Да подожди, я уже готова. Будет вам, тетя Ань. Ты че? Ты че? Нет у тебя своего дела, да? Пошевелись. Люди-то вон завтракать идут. Сиди, сиди. Долго ты ведь все равно не высидишь. Хоть целый день просиди, мне-то что от этого? Я буду внизу. Держите вора, он украл у меня пододеяльник. Это что за шутки? Ну какие же шутки? Ты действительно крадешься, как вор. А ты как бы хотела, чтобы мы в обнимку выходили? Слушай, ты ходишь по этой лестнице 3 месяца. Неужели ты думаешь, что в Чулимске есть хоть один человек, который тебя здесь не видел? Ну и что? Может быть, нам теперь здесь рассветы встречать на крыше? Да нет уж, рассветы где уж нам. Ну ладно, иди, как бы спокойнее. Сначала ты, потом я. Черт возьми. Ну, может, вы теперь ее и пить не будете, а? Мадам, вашу руку. Кстати, у вас тут такая шаткая лестница. Пойдемте, мадам, на прием на предрассудке. Мадам, пойдемте, пойдемте, раз уж вы без этого не можете. Иди, я все равно деньги забыла. Кстати, ты тоже кое-что забыл. О. Да-да. На. И не оставляй больше у меня никогда эту штуку. Мерси. Половина 9. Следователь от аптекарши спускается. Больше не получите. Ну, Илья, за встречу. За встречу. Скажи, Илья, а дочь твоя где? Где поживает? Дочь? Ленинград была. Не знаю где. Чё, и писем не пишет? Не пишет. Вот беда-то. Не пишет. Да, брат, неважные твои дела. Неважные, Афанасий, совсем неважные. А Леня нет. Зверь в тайге мало стало. Руки болеть стали. Совсем неважные. Не знаешь, пенсию не дадут. Чё? Пенсию. Пенсию? Ну. Погоди, а сколько же тебе лет? 65 было. Давно было. Уже 74. 74. 74. Ну, Илья, ты даешь. Погоди-ка, ведь тебе пенсия-то. 9 лет уж как полагается? Полагается.
Зангеев Петька. Давно получает. А ты чего ждешь? О, голова два уха. Дурень ты, шляпа. Дуй в райсобес. Ну, погодите вы, в райсобес. Разбежались. Ты с Петькой Зангеевым себя не равняй. У него зарплата была. Он всю жизнь от лесничества работал. А Илья не работал. Работал? Конечно. 40 лет работал. Геологом, проводником работал. Работать ты работал. А документы есть у тебя? А? Ну, документы, говорю. Ну, книжка трудовая, справка, что ты у геологов работал, есть у тебя? Неужто нету? Нет. Нет. Ну, чего ж ты? Нет, нет. А раз нет, значит, пенсии не жди. Без справок ты не получишь, даже не рыпайся. Я работал. 40 лет работал. Собирать надо было документы-то эти, собирать. А теперь где те геологи-то? Ищи, свищи. Доброе утро. Доброе утро. Долго, барышня, спишь, все поди сны досматриваешь. Ладно, Анна Васильевна, не острите. Простокваша есть? Простокваша есть, а булочки вчерашние. Свежих сегодня не будет. Валентина, одну простоквашу. Я работал. 40 лет работал. Документов нет, разговор нет. Ну, я работал, ты знаешь. Я-то знаю. Пойдешь со мной, расскажешь. Разве не поверят? Илья, Илья, глупый ты человек. Пенсию тебе вон оттуда он причитается. А здесь, брат, не жди, здесь тебе не отловится. Да постой, постой, ты его расстраивать-то. Надо сначала толком все разузнать, Илья. Вот. Шел бы ты в райсобес или куда там. Да. И не пил бы ты больше, Илья. И тебе тоже пора остановиться, об работе подумать. Здравствуйте, товарищи. Здрасте. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Ждем вас, ждем. Так. Валентина, одну яичницу. Чай. Здравствуйте. Здрасте, Владимир Михайлович. Компот. Чай. Компот. Больше ничего нет, не нет, надо? Нет, нет, спасибо, больше ничего. Ну и правильно, не то, что эти. А что такое? Не видите, он с утра запузыривает. Так, понятно. Уже, значит, начали, да? А? Не рано? Нет? Вы как знаете, нам не рано. Значит, говорите, не рано? В самый раз. В таком случае, Анна Васильевна, стаканчик венца. Владимир Михайлович. Венца, венца, не более того. Зим. Ну, немножко, Зим. Зим. Так-то, брат Илья, в собес-то, конечно, сходи, но на пенсии, между нами говоря, не рассчитывай. А пока вместе выпьем. Выпьем. За любовь, без обману. Я к вам присоединяюсь. Владимир Михайлович, тут такое дело, в курсе, наверное. Что так? Вот тут человек один. Еремеев Илья за пенсией пришел. Вот вы рассудите, ему 74 года. Он всю жизнь у геологов проводником работал. Работал? Работал, а документов не имеет. Ни справок у него, ни трудовой книжки, ничего нет. Вот как ему насчет пенсии? Как быть, что делать? А где документы-то? Это вы, Еремеев? Еремеев, Еремеев. Ивенк он по национальности. Ивен, Ивен. Крещеный, а фамилия русская. Крещеный, крещеный. Какие же с него документы? Человек он простой, таежный, не ученый. Как бы он раньше знал про эти документы. Ну, паспорт-то у него, надеюсь, есть? Паспорт есть. В таком случае надо взять справки с места работы. Ну, какие справки? Какие справки?
Геологи-то те, поди, разъехались давным-давно. Кто по городам, а кто поди и помер. Я не знаю. Действительно, Эвенг. Эвенг. Я не знаю. Есть же у нас там отчетность всевозможные, архивы. Придется вам в это дело углубиться. Кому углубиться? Ему углубиться. Чего не поделаешь. Придется поездить, похлопотать. Вы с полком сначала сходите, может быть, они там что-нибудь посоветуют. Полком. Все без пользы. То есть как это без пользы? Без пользы. Он бы и просить не стал, и не пришел бы, если бы не нужда. Ведь старик в тайге-то один остался. Неужели ничего сделать нельзя? Не знаю. Сам хочу на пенсию. Недожаренные, как ты любишь. Наша кухня делает успехи. Давай, Илья. Живы будем, не помрем. Помрем. Хватит, хватит, говорю, распевать. Ты, Илья, иди в райсобес, а ты работать начинаешь. Что в самом деле? Утро 10 часов, людей бы постеснялся. Не имется тебе, да? Ну, смотри, Анна, выпросишь ты сегодня. Давай, Илья, пойдем отсюда. Ты не опоздаешь на работу? Не волнуйся. А где же машина, что-то ее не видно? Сейчас подойдет. Ну и куда ты едешь? Что там новенького, хорошенького? Одно и то же все. Грабанули киоск с водкой в Потеряевке. В барсуке тракторист жену избил. Ну, за что же на ее? Что? Избился? Угу. Как нам оттуда сообщили, за нетактичное поведение. Бывает же такое. Из ревности, наверное. Да, когда все это кончится? Ну, если бы все были такие благоразумные, как ты, то... Прекрасно. На пенсию бы отпустили. Не подерутся они там. Очень может быть. А ты знаешь, почему у них так? Почему? Она его любит, и он ее тоже. Они любят друг друга, как в молодости. Не убили бы только друг друга. Что-то они усердствуют в последнее время. Да это потому, что Пашка здесь. Ты же знаешь, что Афанасий ему не отец. Да, я слышал. Когда Афанасий уходил на фронт, она была ему не жена, а только невеста. Пашка родился сразу после войны, а Афанасий долгое время был в плену, потом на севере, вернулся только в 56-м. И вот до сих пор страдает, не может ей простить. Разве это не любовь, как ты думаешь, а? Не знаю, Зинь. Плохо разбираюсь в этом. Зинь. Да. Что ты хочешь от меня? А как ты думаешь? Ну, я-то думаю, чтобы я женился на тебе. Возможно. Но главное не в этом. Не знаю, у меня такое впечатление, что ты от меня что-то требуешь невозможно. Да, я боюсь, что это так. Зин, я сделаю все, что ты захочешь, но если у меня чего-то нет, так значит нет. Нельзя же в самом деле от меня требовать того, чего у меня нет. Ой, ну спасибо тебе. Умеешь ты деликатно выразиться. Ну да ладно, чего уж там.
Какие планы на вечер? Планы-то? Угу. Слушай, идем на танцы сегодня? Я вот думаю, что делать вечером. На танцы? Ты меня удивляешь. Почему? Я на танцах был последний раз в 1959. Ну ладно, ладно, ты можешь не продолжать. А потом же здесь у нас сегодня не танцы, а кинофильм. Я его, слава богу, видел. Да? А я тебе говорю не про ДК. Я тебе предлагаю пойти в «Ключи» или в «Потеряйху», там сегодня танцы. В «Ключи» или в «Потеряйху»? А сколько у нас туда верст? А я скажу тебе, до «Ключей» 5, до «Потеряйхи» 7. Прекрасная прогулка. Это что, 5 туда, 5 назад? Не стыдно тебе? Нет, Зин, ну в ДК куда еще не шло, но в «Потеряйху» это безумие, честное слово. Да ладно, успокойся, никто тебя никуда не тащит. Слушай, я тебя хотела спросить. Вот что бы ты сделал, если бы я тебе изменила, а? Что? А ты уверена, что именно это хотел сказать? Угу. Именно это. Вот ты сделал бы что-нибудь вообще, а если бы сделал, что именно? Зин, ну, известное дело. Я бы, наверное, тебя застрелил или задушил. Ты что предпочитаешь? В свою защиту я бы сказал, что ты измучила меня своими нелепыми вопросами. Суд бы меня оправдал. А вообще, я хочу на пенсию. Да, эта шутка похожа на правду. Какая шутка? Да вот насчет пенсии. Иногда мне кажется, что это твое единственное желание. Невозможно. Одного я только не понимаю, как ты дошел до жизни такой. Рассказал бы как-нибудь. А то сколько мы с тобой знакомы, а я же про тебя ничего не знаю. А если что-то знаю, то от других людей как-то обидно. А мне хотелось бы тебя понять. А зачем? Зачем тебе нужно понять меня? Ну, хотя бы за тем, чтобы не задавать тебе идиотских вопросов. Рассказал бы мне про свою жизнь в городе. Ни в коем случае. Стоит рассказать, вопросов будет еще больше. Они будут еще нелепее. Так что уволь, Зина. Не обижайся, что-то желания нет исповедовать. Да? А ты напрасно думаешь, что я про тебя ничего не знаю. Кое-что мне все-таки известно. Да. Тем лучше. Говорят, ты был совсем другим человеком. Жена у тебя, говорят, была там чья-то дочка и очень красивая. И вообще ты процветал, так говорят. Я встретила в городе одну знакомую. Ларису из облздрава. Может, знаешь? Нет, не помню. Не помнишь? Она тебя помнит. Оказывается, ты разъезжал в собственной машине. Вот никогда бы не подумала. А Лариса, она так говорит. У него было все, чего ему не хватало, не понимаю, он бы далеко пошел, если бы не свалял дурака, и что с ним случилось, не понимаю. А мне кажется, что я понимаю, в чем дело. Ну? В чем? А год назад чей-то сынок наехал на машине на одного человека. Было такое. И тебе поручили это дело. А Лариса говорит, что того сынка, который наехал на этого человека, она знает. Старушка, говорит, дело было абсолютно темное, с другой стороны, абсолютно ясное. Никто не думал, что он захочет его посадить. Никто от него этого не ожидал. Слушай, неужели ты Ларису не помнишь? Ну, глаза еще у нее такие. Волосы крашеные, черные. Что там у нее еще? Ах, да вот ногти. Ногти у нее чудные. Не помнишь, да? Нет, Зина, не помню. Там у них у всех ногти черные. Странно. Ну так вот, никто не думал, что ты захочешь его посадить, а ты захотел, только у тебя не вышло ничего. Суд перенесли, следствие поручили другому, но ты на этом не успокоился. Он уперся как бык, не знаю, что на него нашло, но он тронулся, это точно. Ушел от жены, стал плохо одеваться. Словом, совсем опустился. Ну как? Было так? Зин, оказывается, ты про меня все знаешь, не понимая, на что ты обижаешься. Да ты был-то другим человеком. Ты же боролся за справедливость. Ну, допустим. Ну и что из этого? Ну, это здорово. Что? Что здорово? Бороться за справедливость? А что, это плохо?
Ну, как тебе, Зин, сказать? Это вроде нехорошо и даже где-то и неплохо. Это просто безумие. Кстати, твоя Лариса права. Да, моя Лариса. Я ее не помню, но добиваться невозможного – это в самом деле сумасшествие. Да. Между прочим, я получил повестку. Суд на днях состоится. Там кое-кто в городе ждет, что я примчусь, буду выступать. Ну, а ты не собираешься. Нет, Зина, с меня хватит. Биться головой о стену. Пусть этим занимаются другие, кто помоложе, у кого черепок потверже, а с меня достаточно. Да, ты действительно был другим. Ну, каким бы я ни был, мое выступление ровным счетом ничего не значит. Чего? А раз так, оно не нужно. Ты уверен в этом? Да. На 99%. 1% остается. Так это 1 против 99. Это шанс для умалишенных. Вот пусть они и дерзают. И оставим этот разговор. Как хочешь. Да, кстати. А ты знаешь, что еще Лариса сказала, когда узнала, что ты здесь? Он говорит, правильно сделал, что уехал. Деревню успокаивает. Ерунда, Зина. Да? Податься было некуда. Еще она просила передать тебе привет. Сердечный привет, если он не постригся у монахи. А, вот теперь вспомнил. У нее, если мне не изменяет память, с правой стороны металлическая коронка. Точно. Когда она смеется, коронка чуть-чуть дребезжит. Что, Зина, до сих пор дребезжит? До сих пор. Да, Зина, глаза у нее. О, глаза у нее. Да и вообще она так, Лариса, ничего, да? Вспомнил, вспомнил. А-а-а. Она ничего. Подлая баба только. Но не глупая, не глупая. Долго ты ее вспоминал. Ну да ладно, чего уж там. Пора в аптеку. А то моя Зафана, вон она уже. Делает мне ручкой из окошечка. Да, она тебе давно делает ручкой из окошка. Ну, когда увидимся-то, за ужином? Не знаю, Зина. Вечер. Куда я иду? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту река. Здрасте. Здравствуйте, товарищ. В этот день непогожий, почему я веселый такой? А я играю на гармошке. Алло, милицию. Дежурный, следователь Шаманов. Жду машину в Табарсук. А когда она будет? Скажи ему, пусть к чайной подъедет. Я здесь его жду. Да, скажи, пусть поторопится. Ну, привет. Дай-ка Беломору.
Дров наколол? Наколол. Баню сегодня протопишь? Пусть инвалид протопит. А я говорю, ты протопишь, понял? Ладно, там видно будет. Денек сегодня будет. Законный денек. Не твой денек, Павел. Слушай, куда ты уселся-то? Слазь отсюда. Да погоди, дай покурить спокойно. Что скажешь, покурить пришел? Че еще, дашь выпить? Я тебе выпью, но еще этого не хватало. Да не надо, не надо. Я и без того заведенный. Заведенный. Уезжать тебе надо, Павел. Ну вот, в гости, называется, приехал. К матери родной. Гонишь, что ли? Не гоню, а пора. Знаешь, отпуск кончился, отгулял свое. Как бы тебе там с работы не выгонят? Не выгонят, не беспокойся. Это я у вас тут не котируюсь, а там не беспокойся. Где она? Послушайся, Павел, матери, пустое это дело, уезжай. Обижаешь, мать, а помочь помогла. Чем тебе поможешь? Кому ты здесь нужен, кроме меня? А не поможешь, значит, не мешай. Здравствуй, Валентина. Здравствуй. Ну, погоди, чё ты как не родная? Пусти. А выйдешь вечером? Нет. Точно не выйдешь? Ты не торопись, ты подумай. Я тебе уже сказала, пусти. Павел. Я тебе скажу, Валя, зря ты вертишься. Никуда ты от меня не денешься. Пусти! Послушай-ка, я... Нельзя ли полегче-то? Я говорю, нельзя ли с девушкой полегче? А что такое? Что тебе не нравится? Нет, серьезно, чем ты недоволен? Я разговариваю с девушкой, а ты что? Недоволен, что я с ней разговариваю? Павел. Нет, я доволен. Девушка недовольна. А что ты за нее волнуешься? Кто ты такой? С какого боку? Как с людьми ты разговариваешь? Нормально. Как мне с ним еще разговаривать? По-иностранному, что ли? А то я могу. How do you do? Это по-английски. А по-русски это значит не суйся не в свое дело. Правильно? Нет, милый мой. Слабовато в английском. How do you do? Веди себя приличнее. Не валяй дурака. Ничего. Ничего, ничего. Чувствуется, что поговорил с образованным человеком. Но учти, следователь, к Валентине больше не касайся ни под каким видом. Я тебе серьезно говорю. Нет, нет, сказала ни грамма и точка. Маленько, маленько, однако, налей. Отойди, Илья, выйди из буфета, сказала ведь нет. Не твои деньги, не имеешь права. Нет, я вам говорю, больше не получите. А я говорю, обслужить клиента и никаких. Чего он там разошелся? Анаси, выйди, не получишь ведь больше, все равно. Ну, ладно, на себя пеняй. Эй, ты, деятель, ну-ка выйди из буфета, по-хорошему. Щенка своего позвала. Думаешь, поможет? Афанасий, выйди, а ты, Павел, помолчи. Заткнись, не то. Ну, чё? Ну, перестань, перестань, слышишь, налью, я тебе налью, только куда перестань. Куда лить-то? Хватит с него, налил с утра пораньше. Но.
Ну, ну и дальше ты чё? Ну, скажу тебе, я научу тебя, крапивник! Павел, опомнись! Убери его от меня! Уведите его! Слышишь? Он пьян. Пошел, сама с ним возись. Павел. Помоги мне. Ну, ради бога, Павел, уведи его домой. Нацепитесь. Ладно, кончай. Повоевал и хватит. Пошли. Не трогай его. Не трогай его. Господи. Господи. Не трогай его. Да, веселенькое утро, ничего не скажешь. Валентина, я вот все тебя хочу спросить. Зачем ты вот это вот делаешь? Вы про палисадник? Зачем я его чиню? Да, я про него. Ну, разве не понятно? И вы, значит, не понимаете. Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете. Да нет, я вот тоже не понимаю. Ну, тогда я вам объясню. Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый. Вот для чего. А я-то думал, что ты его чинишь для того, чтобы его ломали. Я чиню его, чтобы он целый был. А зачем? Ведь стоит кому-нибудь пройти и что? Пускай, починю снова. А потом? И потом, до тех пор, пока не научится ходить по тротуару. Ну, это напрасный труд. Почему напрасный? Ну, потому что они никогда не научатся ходить по тротуару. Они всегда будут ходить через палисадник. Всегда? Всегда. А вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Есть такие. Неужели есть такие? Да. Вот вы, например, вы всегда обходите по тротуару. Я? Что-то даже и не замечал за собой. Ну, я не совсем удачный пример, потому что я хожу с другой стороны. С другой стороны. Ну, и с этой вы тоже ходите, и всегда вокруг. Да? А, это потому, что мне лень нагибаться. Мне легче обойти, чем нагибаться. Зря ты стараешься, Валентина. Нет, неправда. Вот это ведь и все. И ограда целёхонька. Ну, неужели вы не понимаете? Ведь если махнуть на это рукой и ничего не делать, через 2 дня растащит весь палисадник. Так так оно и будет. Нет, неправда. Увидите, они будут ходить по тротуару. Ты слишком большие надежды на них возлагаешь. Нет, они поймут. Должны же они понять, в конце концов. А я посею здесь мать. Это напрасный труд, Валентина. Алло, милицию. А ты не пробовала прибить доски гвоздями? Пробовала. Нет, это я не вам. Ну?
был, две доски сломали пополам. Ну вот говорю ж тебе, напрасный труд. Алло, дежурный? Комаров там далеко. Дай-ка ему трубку. Здравствуй, Федя. Шаманов из чайной. Ну, как там у вас? Ну вот звоню. А когда она будет? А побыстрее-то нельзя? Да мне-то, в общем, все равно, но если ехать, так нечего резину тянуть, уже 11 час. К начальнику вызывают, а что такое? А, да, получил повестку. Да, тот самый процесс, да. Послезавтра. Нет, не еду. А зачем? Там уже все решено, я не любитель красивых жестов. Отказываюсь, да. Так ему и передай. А вообще, я хочу на пенсию. Да. Чем недоволен? Пистолет? У меня. А что такое? А, ну, а когда я его мог сдать? Я вернулся поздно ночью. Сейчас принести? Ты знаешь, мне чего-то так туда идти не хочется. Нет, я не против дисциплины, просто лень идти, да. А какие слухи? Так, понятно, понятно. Общественность интересует, где я ночую. Что ты говоришь? Ну, надо же. Встревожена. У меня такое впечатление, что общественность это волнует больше, чем меня самого. Я, конечно, польщен вниманием и передайте привет общественности, но вот где мне ночевать, я попросил бы эту заботу доверить мне лично. Я как-никак в этом больше разбираюсь. Ну, у нас что, милиция или монашеский орден? Ну, хватит на эту тему. Тут вот рядом девушка, я тебе не могу сказать вслух все, что я об этом думаю. Девушка-то интересная, по-моему. Да, здешняя. Как ни странно, да. Забор ремонтирует, да. Не волнуйся, старина, ты и в отцы годишься. Да. Зеленая еще, да, совсем зеленая. Наш разговор ее смущает. Ну, привет. Жду машину. Ну, привет. Валентина. Оказывается, ты очень красивая девушка. Не понимаю, как я этого раньше не замечал. Ты не могла бы отложить этот забор? Тебе помочь? Если хотите. Что будем делать? Подержите, вот здесь. Так, держу. Только ты не отворачивайся, ты же не видишь ничего, что ты делаешь. Спасибо. С этим палисадником не так-то просто. В другой раз легко, а сегодня что-то не получается. Да, действительно. Что-то... Удивительное какое-то утро сегодня. Смотрю на тебя целый год и разглядел по-настоящему только сейчас. Я тебе должен сказать. Не надо. Что? Ты что, лишаешь меня слова? А почему?
потому что вы смеетесь надо мной. Я смеюсь? Нисколько. А что тут смешного? Ты красивая, Валентин. Вот уже покраснела. Не отворачивайся. Не отворачивайся. Дай-ка я на тебя полюбуюсь. Я просто давно не видел, чтобы кто-нибудь так краснел. Это удивительно. Ты знаешь, я вообще смотрю на тебя. Первый раз в то же время. Точно. Ты знаешь, у меня когда-то давным-давно была любимая, вот... Удивительное дело, ты так на нее похожа. К чему вы это, Валентина? Сколько тебе лет? 17? 18? А почему ты не в городе? По-моему, все твои сверстники там. Многие уехали. А ты почему осталась? Осталась. А разве всем надо уезжать? Да нет, конечно же, нет. Если все уедут, кто ж тогда останется? Но если ты не уехала, значит, тебя тут что-то держит. Подожди. Я слышал. Тебя отец не пускает? Это правда или что-то другое? Вам не интересно. А что с тобой? Это тайна, да? А, ну, если это тайна, я не расспрашиваю. Не расспрашиваю. Валентина, ты... Замечательная девушка, ведь все же твои тайны у тебя на лице. Ты не уехала, потому что ты влюбилась. А в кого? Интересно, интересно. Да, Валентина, глянула бы ты сейчас на себя со стороны. Грустно. Так грустно. Потому что меня такая девушка, как ты, уже никогда не полюбит. Неправда. Что неправда? Кто ж позарится-то на меня? Я вот что-то не вижу желающих. Может быть, ты кого-нибудь знаешь? Все знают, кроме вас. Вы один такой здесь. Вы ничего не видите. Вы слепой. Ясно вам? Ты что? Ты что, серьезно, да? Слепой, но не глухой же вы, правда же? И ты уверена, что это... Ну, это уже не может быть. Ну, что ты, Валентина? Нашла объект для внимания. Ты хуже ничего не могла придумать. Ты славная девочка, ты прелесть, но... Все, что ты сейчас сказала, это же... чистейшей воды безумие. Ты вот что, ты... Это выбрось из головы. Ты ничего не говорила, я ничего не слышал. Вот так вот, забудь и никогда не вспоминай. Я не сказала бы никогда. Вы сами начали. Я пошутил.
Валентина! Да, этого мне еще не доставало. Где же машина? Бедненький мой, сидишь тут в одиночестве, скучаешь, развлечь тебя некому. Наше окно напротив, так что извини. Ничего. Тем более глазеть в окно, в этом все ваше дело. Ну, допустим, не в этом, но если есть на что посмотреть, а ты знаешь, было на что посмотреть. Ну, значит, не зря вышли на производство сегодня. Ты не волнуйся, никто не видел, я одна наблюдала. Надеюсь, хорошо было видно? Прекрасно. Только вот не слышно ничего. Что ты говоришь? Mm-hmm. А что тебя интересует? Я ведь могу все пересказать. Как это вдруг вы разговорились? Просто. Я ей комплимент, она... Вот так вот. Незаметно, слово за слово, кое-что выяснилось. А раньше ты этого не замечал. А ты что, раньше это замечал? Ну, выяснилось, и как тебе это понравилось? Как мне это? Она меня заинтриговала. А что? Хорошенькая девушка. Что, нет? Жалею, Зина, жалею, что раньше не замечал. Раньше не замечал, зато сегодня, как бы это тебе сказать-то поточнее... Она явилась из-за туч, как луч света. Угу. Сравнение нравится. Неплохо. Она напоминает мне мою первую любовь. А-а-а. А вот эта Зина уже серьезно. А в довершение ко всему, оказывается, она в меня влюблена. Как это тебе? Я не понимаю, над кем ты сейчас издеваешься. Судьба. Судьба, Зина, иначе не назовешь. Она мне говорит, старик, дерзай. Вот тебе тот самый случай, лови его. Другого не будет. О, как она мне говорит. Ну и что же дальше? Я благодарю судьбу. Плюю на предрассудки, хватаю девчонку и привет. Начинаю новую жизнь. Тебя это устраивает? А тебя? Зин, у тебя что, политика такая? Или ты действительно дура? Нет, ну в самом деле, мы с тобой знаемся, как мне кажется, уже 1000 лет. Но ведь ты же меня совсем не понимаешь. Ну, совершенно. Ты же ведь извращаешь мой каждый звук, каждую букву, каждую фразу. Стоит мне только начать за здравие, это тут же за упокой. Я про Фому, ты про Ерему, ну это же черт знает что. Ну что ты сюда прибежал? Ну что ты тут такого увидела, Зина? Ну откуда у тебя берутся эти дикие мысли, идиотские подозрения, Зина? Ну я похож на влюбленного. Нет, ну я похож на него. Ну тогда чем, черт меня подери? Ну что за идиотское утро, Господи? Что вам нужно всем от меня? Я ничего не хочу, абсолютно. Единственное мое желание, чтобы все, все, и ты, а ты прежде всех, оставили меня в покое. По какому праву ты меня терроризируешь? Я не желаю больше этого терпеть. Тебе понятно? Успокойся, ради бога, но нельзя же так. Что с тобой? Зина, на тебе лица нет. Я хочу, чтобы меня оставили. Вот с этой самой минуты. Уйди, Зина. Ну хорошо, я уйду. Я только прошу. Не надо так. Я тебя тоже прошу. Успокойся. Ну уйди, ну, Зина. Ну хорошо.
Что скажешь? Разговор у нас уже был. Может, ты меня не понял? Про Валентину. Понял ты или нет? Нет, пока не понял. Брось, не прикидывайся. Втихаря к ней подбираешься. По-интеллигентному я тебе прямо говорю, и притом последний раз говорю. Увижу тебя с ней, обоим не поздоровится. Худо будет. Говорю тебе честно. Все? А теперь иди. Иди, иди. Успокойся, остуди голову и запомни, у меня сегодня отвратительное настроение. Это ты брось. Я тебе серьезно говорю. Последний раз тебя предупреждаю. А там убью, понял? Убьешь? Убью. И не посмотрю, кто ты есть и что тебе там на ремне прицеплено. Убью. Неужели убьешь? Думаешь, пушки твои постесняюсь? Убьешь? Плевал я на твою пушку. А что, пушка, вот она? Ну, что? В порядке, пушка-то? Стрелять-то умеешь? А? А то ведь не убьешь, только так напугаешь, или что доброго покалечишь, или убьешь. Возьми. Надо будет, обойдусь и без него. Это как же без него? Это что, топором, что ли? Или, может быть, поленом? Не, милый мой, поленом я не согласен. Поленом это вульгарно. В твоих руках неплохая машинка, правда, старенькая. Может быть, попробуешь? Это так просто. Брось, следователь, кончай. Мне не до шуток, учти это. Ты знаешь, мне тоже не до шуток. Ну, попробуй. Держи. Я тебя предупредил. Ты меня понял. Разойдемся добром. Слышь, шуруем по чердакам. Знай свое место и учти, этот разговор последний. Если увижу... Вот сегодня увидишь. Брось. Мы встречаемся здесь в 10 часов. Заткнись. Мы с ней давно встречаемся. Ты опоздал. Заткнись, тебе говорят. Ты опоздал, идиот. Как же ты не можешь понять? Она же меня любит. Тебе же ее никогда не видать. Так что ж ты тянешься? Подними пистолет. Положи на стол. А теперь иди.
Дед, как твои дела? Дела? Какой дела? Человек не верит, бумагам верит. Работал 40 лет. Сочувствую, дед. Помочь ничем не могу. Дед, у меня к тебе просьба. Будь добр. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Передай вот эту вот записку Валентине. Валентину знаешь? Я, Кварчик, не помню. Вот как она придет, так ей передай. Хорошо. Только ей, дед, смотри, никому другому. Хорошо, Егор, хорошо. Ну, дед, будь здоров. Ох ты, здоров. Спасибо тебе, дед. Вот так вот. Что? Как, были вы в этом вашем райсобесе? Что вам сказали там? Дадут пенсию? Нет. А почему? Бумаги надо, бумаги. Ты грамотная, однако, сама знаешь. Из города приехала? Да, я из города. Карасёва знаешь? Нет. Начальник партии работал. Нет. Эдельман, знаешь? Да нет, город большой. Быков, однако тоже не знаешь. Нет, ну почему же, если они там не разъехались, их можно найти. Где найдешь, как найдешь? Тут не найдешь, там совсем не найдешь. Да вы зря, зря. Зря вы так расстраиваетесь и падаете духом. Что это у вас в руке, а? Бумага. Девушка придет отдать. Парень просил. А. Так вот я что вам говорю, то что вы зря так отчаиваетесь. Это я вам про пенсию. Ой, да, слушайте, я же совсем забыла. Я же здесь с одной женщиной беседовала. Ну, вам же надо к ней зайти, она вас проконсультирует. Где? Работает? Ну, идите, я вам скажу, идите скорее. Берите ваш чемодан, это ваше. Вот, слушайте, сейчас пойдете по этой дороге, понимаете? Спросите райздрав. Райздрав. В райздраве спросите Розу Матвеевну. Роза. Понимаете? Роза, вот, она вас ждет. Ждет, говорит. Ага, ну как же нам быть-то, миленький мой, а? Ведь записку-то сейчас надо передать. Ой, надо, надо. Ну вот видите, и к Розе Матвеевне надо, и тоже сейчас. И что же нам делать? Что делать? Что же нам придумать-то? Что придумать? Ну уж так и быть, ладно. Давайте мне записку, я передам, а вы идите. Спасибо, такой. Только кому? Кому записку-то передать? Валентина, знаешь. А, ну конечно, ей знаю, дай, конечно, конечно. Ага. Раздрав. Раздрав, Роза, Роза Матвеевна. Бумагу Валентине дай, другому не дай. Алло? Алло, дайте мне райздрав. Роза, Роза, ты слушай меня внимательно.
Роза, к тебе сейчас придет один старик, Левенко очень старый, понимаешь, так вот это насчет пенсии. Роза, ему надо помочь. Господи, ну я не знаю, ну придумай что-нибудь сама. Что у вас там есть? Дом для престарелых, санаторий, ну что-нибудь. Роза, господи, ну поговори с ним просто, посочувствуй старому человеку, это всегда хорошо. Ага. Да. Здесь, в 10 вечера. О, господи, господи. Стыд и стыд. Слыхал, поди? Да, видно, не уйдешь. Верно сказано, что двум медведям в одной берлоге не место. А ты что, не на работе, Зинаида? Зинаида, не слышишь? Что вам, Анна Васильевна? А где Валентина? Буфет нараспашку. Касса открытая. Ты давно здесь сидишь, не видала ее? Нет. Валентина? Валентина? Валентина?